Конец марта, 29 марта, у нас зима вернулась опять, не хочу зиму, надоело уже. Зима, скорее бы весна, лето. Снег не дает ничего делать, на улице холодно. Деревья еще не распускаются, холодно везде, всем холодно. Дети играют, им нипочем мороз. Солнышко еле-еле где-то пробивается. Печку надоело топить, скорее бы уже тепло настало, чтобы печку не топить. Что-то вроде речка поднялась, мне кажется, выше стала. Или мне кажется, или правда она стала выше. Может, ее уже поднимает, может, она уже таять начала. Может, скоро уже тронется, лед тронется. Встретила в магазине Марину, говорит, где потерялась? Я говорю, да где? То тут, то там Фигаро, тут. Она говорит, ну, в общем, стояли в магазине. Она мне тут вопросов много начала задавать. Че, говорит, дома-то приходишь одна? Я говорю, так одна, конечно. Вот коляску вот эту, говорю. Ну, не ей, говорю, а в администрации забирайте. Коляску-то они говорят, ну, надо, говорить, спрашивали уже коляску-то, но не можем до 40 дней, после 40 дней заберем. Я говорю, так это же не его коляска-то, это же ваша. Все равно после 40 дней, ну, пусть стоит еще месяц. Теперь, значит, в больницу ходила, купила там у них в больничке этот, есть церквушка. И там свечки купила. Я вот зажигаю свечки. А где у меня спички-то? Хотела же спички. Один раз уже зажигала свечки здесь и в той комнате. Посоветовали мне свечки зажигать. Пусть стоит. Я вот ставлю. Погорит потом. Погашу. А эту там включу. Теперь, значит, мне посоветовали святой водой побрызгать здесь все. Ну, как брызгать, не знаю. Так вот, из руки. Вот так, кровать. Побрызгать. Полы. Все побрызгать. Что, стену что ли побрызгать? Попить могу. Шторки то открываю, то закрою. Хожу тут из угла в угол. Пришла сегодня, там ночевала. Сегодня пришла сюда цветочки полить. Он уже засохли. Тыкву. Там тыква у меня растет. Здесь смотрю.
чик так один, и больше нету. Один так и растет. По вашему совету закрыла пленкой все. Здесь поставила в контейнер, чтобы закрыла. Здесь пленочкой закрыла все. Питоньку. Пусть. Вот она там, питонька растет. Здесь один перчик, других больше нету. Вот она, питонька. Здесь один перчик. Сейчас полью и опять закрою. А вот тут еще одна петелька, но появилась со второй. Значит, я посадила глубоко, но ничего, вылезут. Собака с каким-то мешком, бездомная, бродячая, бегает. С помойки мешок какой-то потащила. Пацаны с палками. Девчонки дружат. Волосы вперед вытащат и ходят так. Вперед. Вот мода у них такая. Волосы вперед. Все так ходят. Мода сейчас у молодежи такая. Чё тут привез? Мусор один, мешок мусора. На Дзене написала сегодня статью. Вчера две написала, сегодня одну. Заходите, читайте. Написала про брата, как приезжал на похороны, как сестра не приезжала на похороны, почему и что она ответила. Переходите на Дзен и читайте статью.